Всем привет, меня зовут Сергей, и я переехавший из Хабаровска в Ростов-на-Дону уже как месяц. Так, мы сейчас... Какая это улица? А, смотрите, какое здание странное. Без понятия. Сейчас, походу, найдем какая-то улица. Мы сейчас идем на стадион «Динамо» поиграть в футбол. Бэха, да, прикольная бэха. Огонь. А кто-то мусор тут оставляет. Вот. Перед нами сейчас ипподром. Ростовский. Смотрите, на улочке, да, как чистенько все. Здесь чистят, все убирают. Лавочка стоит, видите, может посидеть. Жилые комплексы прикольные, мне нравятся. Как это? Это же этот? Александрийский какой-то. ЖК вот этот. Здесь я смотрел хаты до 26 тысяч 40, да? Квадратов. 40 квадратов было, 26. Это какой-то бизнес ЖК. Да. Проспект Кировский, вон там мы видим. Сейчас нам в какую сторону? А вот улица Малюгиной. Нам туда. Смотрите, мусор вот стоит. Ой. Пешеходное это совсем уже стерлось. Ой, ветер. Совсем уже стерлось. Плитка немножко обваливается вон. Там вообще колодец открытый, смотри. Или что это там вообще происходит? А на ипподром вообще можно как-то попасть? Ты не знаешь? Нет? Ну там типа надо записаться, да? Чтобы на лошади гонять. Или как? Или надо лошадь свою покупать, или можно ее взять в аренду. Только со своими лошадями. Только со своими лошадями. Лошадями, да? Лошадями? Или лошадями. Ладно. Да, как это правильно? Напишите в комментариях. А вон мы, смотрите, сделали асфальт. Вот. Прям так его охраняют бережно. Ну да. Смотри, кто-то нарушил порядок, кинул бутылку. Ай-яй-яй. Вот водичка. 5 рублей, 15 рублей 5 литров. 19 литров 57. Вот. Набираем здесь воду. Ну, иногда. Но лично здесь вообще типа ни разу. Обычно в магните воду набираем. Потому что с этого с крана идет там вроде как плохая вода, и когда приготовишь на ней, то она пахнет чем-то, вот, поэтому воняет. Поэтому мы воду покупаем. Это, кстати, ну, ответ на вопрос, который мне писали в комментариях, что с водой в Ростове. Вот, воду мы покупаем. Не знаю, как в других районах. И так же, да? Ну, короче, такие дела.
И готовим мы тоже на этой воде. Ну, которую покупаем. Поэтому это такая небольшая проблемка, постоянно бегать за водой. Ну, это, в принципе, я не считаю за какую-то прям проблему. Зато всегда движение, спорт, тоже есть свой плюс. Такой забор старый на ипподром, видишь, вообще? Это не ипподром. Это уже не он? Мне кажется, это еще он. Это его ограждение. Сейчас посмотрим. Пошли здесь. Посмотрим, что у нас это за здание. Пока мы до него идем, мы посмотрим на ямы, на дорогах. Есть ли они? Так, тут вроде чистенько. Ну, там маленькие недостатки есть. Это улица Малюгиной. Малюгиной. Там что? Россельхоз какой-то. Россельхоз. Там вот вам, может, видно это здание? Вот. Ну вот, когда был дождь, здесь все залило. Просто все залило. Здесь были лужи просто. Лужи. Огромные лужи. Вот. Это, наверное, какая-то проблема, да? Типа с дорогами и с отливом воды. Ну, почему лужи, да, типа? Вот. То есть они здесь были, я помню прям. Машины здесь чуть ли не плавали. Какое-то старое здание. Сломали эти штучки, или они уже просто сломались сами. В принципе, видно, что здесь убирают, ну прям видно, что город подметают, потому что как бы даже пыли нет. Ну как бы она есть, но ее видно, что чистят. Смотрите, какое старое здание. Сейчас я остановлюсь, что во. Так, это все еще улица Малюгиной. Это какая-то вроде бы школа. Вполне симпатичненько она выглядит, да? Такая ухоженная школа. Плиточка там, камень даже, или вообще прикольно. Да, это школа, вот можно детей сюда отправить. Можете зайти на сайт, да, наверное, этой школы посмотреть. Сейчас. Школа номер 53. Ну, выглядит она так прикольно такая, да? Если сравнивать с той школой, где я учился. В принципе, симпатично выглядит школа. Тут какой-то вон даже кот, смотрите, с этим, с камерой. Наверное, у всех учеников есть какие-то там карточки, чтобы заходить, наверное. Смотрите, какая плитка. По ней приятно идти. Вот смотрите, где школа, да, плиточка, ой, ну прям кайф. А вон там нету ничего, ни школы, то есть ничего. И там просто асфальт. Такой старый асфальт. Вот,
здесь вот красота. Вот здесь есть еще у них в школе, да, для детей маленьких, чтобы они тут поигрались. Типа вот прям заметно, да, что это, что убирают, да? Ну, видно. Видно, что чистят. Почему я там читал комментарии? О, это грязный город. Ой, нифига. Грязный город, ничего не чистят. Ужас, ужас, пыль, а, да, чистят, вот. Это даже заметно глазом, что чистят. Может быть, это только здесь? А в других улицах не чистят? Там какая-то пробка встала. Что, нам сейчас куда? Куда? Ну, значит, пойдем. Останавливаемся. Спасибо. Еще один. Носится. Ребятушки мои любимые, ну пока что с ветром я ничего не могу сделать. Там какие-то попугаи там чирикают. Вот балкон, смотрите, заброшенный. Кто-то мандарины чистил. Да? Мандарины? Или что это? Да. Походу сверху бросали. Или может быть кто-то шел. Озон. Пункт выдачи. Опа. Это что? Смотри, какой проход. Для эльфов. Проспект Чехова. Вот. Такая дверь, что-то. Это вообще шо. Никаких знаков опознавательных. Что это стоит? Ни домофонов, ничего. Здесь же ремонт. Литых дисков. Шиномонтаж. В последнее время холодно, да, что-то стало? Последние три дня что-то холодно. Это ж когда я стал говорить, что в Ростове холодно. Если сейчас в Хабаровске минус 20. Это значит, я становлюсь уже ростовчанином. Раз для меня вот это уже холодно становится. Вот это что за здание? Я был бухой. Так, вот там гаражи. О, закрыли что-то или что? Чем-то не круто. Или просто мусор? Так, ребятушки мои любимые, я выключаюсь. Там Кремль. Где? А, да, вон Кремль. Смотрите. Сейчас. До Москвы видите, мы дошли.
все-таки Ростов как он? Это близко, да, ко всему находится? Ребят, я вырубаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь, да? И пишите комментарии. Все. От души всех обнял. Спасибо. Люблю вас всех. Пока.